Лиана Клематис крупноцветковый Blue Explosion является польским сортом и отличается обильным цветением. При этом цветы голубого цвета с розовыми переливами и каймой по краям. Диаметр одного цветка составляет 12-14 см, он полураскрытый. Лиана достигает 3 метров в высоту, и ее предпочтительно размещать на солнце или в полутени. Лиана Blue Explosion лучше будет расти на плодородной почве супесчаного или суглинистого состава с внесением в нее перегноя со слабощелочной или слабокислой реакцией. Используют сорт для вертикального озеленения участка. Выгодно смотрится на прямостоящих или пристенных опорах. Клематис крупноцветковый Blue Explosion – это многолетнее растение высотой 250-300 см. Лиана лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Расцветает клематис крупноцветковый Blue Explosion в месяц июль, август, сентябрь. Цветок окрашен в голубой с розовым прокрашиванием цвет. Лист этого прекрасного растения по форме сердцевидный. Весенняя окраска листочков зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.